Здравствуйте! В этом видео я покажу, как начать прямую трансляцию на YouTube. Видео было снято для канала NoWledge Reactor. Итак, нажимаем вот сюда, создать и начать трансляцию. Можно выбрать, начать трансляцию прямо сейчас или чуть позже. Например, прямо сейчас. Через встроенную веб-камеру. Или через видеокодер, например, через встроенную веб-камеру. Разрешаем доступ к микрофону. Пишем название, например, трансляция. Далее. Начать эфир. Всем спасибо за внимание. Если видео было полезно, поставьте лайк. До свидания.